Согласен. Что случилось с моим сыном? Его убил Каменский. Надеяться и ждать. Я читал все, что о тебе пишут. Не в его стиле. Мои друзья тебя заложили. Вырваться на свободу. Что ты задумал? Искупить грехи. Назови мне имя. Я не знаю, где он. И наблюдать со стороны. Я расскажи всю правду. Его настоящая кредо. Я знаю, какие у вас счеты с Каменским, но помните, вы полицейский. Наблюдатель. 4 июня в 19:00. Премьера на Еврокино.